Այսօր զրուցելու ենք աստղաբան Մարգարիտա Ղուլյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ասացեք, խնդրեմ, ինչ է աստղաբանությունը և ինչպես են երկնային մարմինները, աստղերը, մոլորակները փոխազդում իրար հետ և երկիր մոլորակի հետ։ Մեծ սիրով։ Աստրոլոգիա, ռուսերեն եմ խոսելու, կներեք։ Աստրոլոգիա – это древнейшая наука, она насчитывает где-то 5-6 тысяч лет официально. Неофициально она как бы появилась, возникла вместе с возникновением первой человеческой расы. Говоря астрология, многие люди сразу привязываются к дате рождения и начинают описывать человека по его солнечному знаку, по знаку зодиака. Зодиак. Да, и то есть вот обязательно какие-то характеристики, не знаю, они, может быть, где-то найдены в интернете или в других источниках, в журналах. Конечно, солнечный знак имеет большое значение, он характеризует человека, но все-таки астрология – это более широкое понятие. Вот я сейчас попытаюсь объяснить вкратце, что же это такое. Мы все слышали такое высказывание, что человек – это микрокосм, что человек подобен космосу, что все, что вверху, подобно тому, что внизу, то, что внизу, подобно тому, что вверху. И вот это космоподобие человека является основой астрологии. Мы с вами живем в Солнечной системе, да, в составе Солнечной системы, рождаемся на планете Земля. Она является такой же планетой, как и все остальные планеты. Центром ее Солнечной системы является Солнце, и все планеты как бы связаны с этим Солнцем. Не будет Солнца, не будет его держать эти планеты своей физической силой, вся планета разлетятся, и вся система полетит в тартарары. То есть благодаря Солнцу, благодаря всем планетам, все импульсы, все космические события, которые проходят извне, приходят извне на Землю, они сначала проходят через Солнце, через планеты, потом только действуют в нас и проявляются через нас. То есть вот тут проявляется и взаимосвязь космоса и человека, и всех существ, живущих на Земле, и всей Земли. Взаимосвязь прямая. И для астролога она не является чем-то непонятным. Для нас это априори верное изречение, что космос действует на все живое на Земле. Շատ դեպքերում հենց աստղագիտությունը ոնց որ գուշակության հետ են խառնում, մարդիկ շատ դեպքերում ուղղակի չեն ընկալում, որ դա գիտություն է և խորքային գիտելիք ունի, հենց դրա համար էինք ուզում, որ մի հատ ամփոփ պատկերացում լիներ, ինչ է նշանակում աստղաբանություն, որ դա ավելի խորքային գիտելիք է, մեր համագործակցությունը ամբողջ այդ կոսմիկ աշխարհում, ինչտեղ ունենք մենք, ինչպիսին ենք մենք, ոնց ենք համագործակցում. Мы не можем рассматривать их отдельно от системы. Мы одно целое, мы едины. То есть мы не можем быть в разрыве от космоса, космос не может быть в разрыве от Земли, потому что мы являемся планетой в составе Солнечной системы. Շատ հետաքրքիր է, թե ոնց են իրար հետ փոխազդում մոլորակները, ինչպես են մոլորակների և աստղերի դիրքերը ազդում երկիր մոլորակի, անհատ մարդկանց և նաև պետությունների վրա. Наверное, здесь я уже расскажу работу астролога, да, то есть зная время рождения человека, место рождения человека, дату рождения человека, в этот момент, как бы в момент первого вдоха на тонком плане человека отпечатывается весь рисунок космоса. Весь рисунок космоса со всеми планетами, со всеми фиктивными точками, со всем зодиаком, со всеми астрологическими домами и со всем расположением этих планет на этой карте. Да, эта карта называется натальная карта. И вот зная эту карту, можно делать какие-то прогнозы. Естественно, этот отпечаток такой, как фотография, он остается на всю жизнь, он неизменен. Но жизнь продолжается. И планеты взаимодействуют друг с другом, входят во взаимодействие. Эти взаимодействия называются аспектами. Возникает какой-то фон, который мы называем транзитный. И этот транзитный фон действует на человека, на страны, на государство, на все живое. То есть мы как-то ощущаем, если эти взаимодействия резонируют с какими-то выделенными точками гороскопа, у человека или у страны происходит какое-то событие. Да, в определенном промежутке времени. То есть астрология еще тесно связана со временем. То есть причина события – это время. Иск натальной карты и враги
տեղեկությունները, որոնք պրագնոզը արվում, դրանք ամփոփող են մարդուկյանքի համար, թե մենք ունենք ընտրության հնարավորություն։ Այ, այ, շատ հետաքրքիր, как бы это не приговор звездный, это не приговор. Человек развивается, у него есть свободная воля, да, то есть внутренняя воля. И развиваясь, естественно, человек может менять свою жизнь. Բայց ժամանակ կոնֆլիկտի մեջ չեն մտնում Նատալնի կարտայի պրոգնոզները եւ մարդու ո՞նց են դա բացատրվում։ Չէ, ինչ որ, нет, всё меняется, то есть вот эти события как-то трансформируются и проявляются совсем в другом виде. Вот то, что должно было произойти вот чётко и предопределённо, вот не происходит, потому что человек трансформировался и поменял себе что-то. А, այսինքն и перешёл на прогнозները չի իրականանա. На другую. Точного прогноза сделать невозможно. Այ, այդ հարցն է ուզում տալ։ Իրականում հնարավոր է այդպիսի պրոգնոզ անել, որը հենց այսպես հստակ է։ Թե դա այնքան փոփոխական է, այնքան կապված է մարդու այդ կամքի հետ, փոխել, աշխատել իր վրա, փորձել ինչ-որ մի նոր բան մտցնել իր սեփական կյանքի մեջ, թեկուզ հաղթահարելով դժվարություններ, հնարավորություն կա փոխելու այդ պրոգնոզի ընթացքը։ Կարելի է փոխել, да, можно. И всё, я опять-таки говорю, зависит от уровня развития человека. То есть человек материального плана, да, физического плана, там ничего не изменится, и то, что должно быть предопределено, наверняка будет и сбудется. Человек сердечного плана совершенно по-другому он воспринимает события, которые происходят. Человек умственного плана, для него тоже совершенно по-другому происходят события. И вот постепенно задача человека в чем? Чтобы он рос, развивался, поднимался на духовный уровень, да, выше, выше и выше. И так он может как бы победить, наверное, влияние звезд, выйти из-под этого влияния, влияния планет. Но это единицы, единичные случаи. Это люди причинного плана. Я не знаю, я еще не встречала таких людей. Бэтке наравори, бэтке зыхтэнк, бэтке ашхатэль. Երևի 2020 թվականից փորձենք խոսել. Բարձ տարի էր, շատ հարցեր կան կապված հենց այս տարվա հետ. Ինչպիսին էր 2020 թվականը եւ նախապես եղել են պրոգնոզներ, որ ինքը լինելու է բարդ տարի, լինելու է պատերազմներով լի տարի. Եվ լսել եմ, որ ինքը համարվում է այ կարմիկ ավարտող տարի, ինչ կասեք դրա մասին։ 2020 год обещался быть необычным годом. Ну, обязательно, да. Начнём с того, что в 2020 году было 6 затмений. Обычно бывает вот в обычный год от 4 до 5 затмений. То есть 6 это уже такой тревожный звоночек. Да, что надо быть внимательнее к течению этого года, к происходящим событиям, быть начеку. Начало года ознаменовалось соединением таких высших планет и медленных, это Сатурн и Плутон, знаки Козерог, то есть это уже предвещало какие-то изменения, какие-то трансформации. Ну, должно было, вот когда Сатурн и Козерог, как бы, Сатурн и Плутон встречаются в Козероге, Сатурн там очень сильно, это границы, это ограничения, то есть мы попадаем в какие-то рамочки, из которых не можем выйти. Конечно, Сатурн с Плутоном еще и повышает смертность, то есть мы ожидали, что повысится смертность, но мы, честно говоря, я не читала ни одного прогноза и не слышала, что именно пандемия откуда-то возьмется, свалится на наши головы. Потом к этой двоечке, к парочке пришел Юпитер. То есть вот три такие мощные планеты соединились в этом знаке Козерог. И началась вот такая интересная история. Да, вот. Это артем пандемианер? Пандемианер, а... Это же много хатвацнер. Артенск свелер, у меня чейн хасканом, ничего от Эреунену. Никто не мог понять, что нас вот так вот возьмут, закроют по домам и что не будут выпускать. Да, мы были готовы к ограничениям, потому что все-таки но число... Но не к таким массовым. Мы не представляли, что будет такое, что именно вот в таком ключе. Долго думали. Ну, конечно, число само по себе, да, две двойки, это четверка, это такое число ограничений, вот такого вот, и не сдвинешь это число с места, то есть вот что-то такое, что вот не поддается влиянию, да, это такие серьезные рамки. Потом было очень много ретроградных планет, то есть внутренние планеты, которые вот как раз вот работают внутри человека, которые заставляли тебя возвращаться к себе, погружаться в себя, потому что что-то вот начинало рушиться в личной жизни, что-то начинало рушиться, да, во взаимодействиях на работе. То есть вот все как-то вот
хотелось погрузиться в себя. И многие наверняка погрузились в себя и много чего там нашли, почерпали. Степацей, да. Воинственный Марс, он был очень силен в своем огненном знаке Овен. То есть тоже что-то предвещало, но конкретно мы понимали, что какие-то горячие точки возникнут, обязательно какие-то конфликты с властями будут. Мы понимали, что вот соединение Юпитера и Сатурна – это уже заключительное соединение. В течение вот 180 лет эти две планеты соединялись в земных знаках. То есть это вот именно вот материальный слой. Mm-hmm. Да? То есть вот это социальные какие-то вопросы решались. И вот это вот последнее соединение, вот что-то должно было быть, да, вот напоследок надо же было как-то вот как-то выстрелить, да, и, наверное, вот выстрел произошел именно в виде этих ограничений, это последнее издыхание, да, наверное, то, что нам дала Земля, хотя она много поработала в материальном плане, а духовность, она страдала, да, не очень-то и развивалась. Сколько я вам сказала указаний на то, что год должен быть непростым, что он вот такой загадочный и сюрпризами. Конец года, да, вот тоже Марс. Патеразм. Марс развернулся. Прогноз Арвелеш, и по всем показателям как бы должна была страна, которая начала войну, должна была проиграть. То есть там даже было время известно, да, начало военных действий. Вот что произошло, честно говоря, я до конца не поняла. Իսկ մենք կարող ենք ասել, որ դեռ ավարտված չի պատերազմը։ Կարող ենք ավելի լայնացավալ պատերազմը, ավարտված չի շատ, իհարկե, это всё продолжается, но я глубже подумала и посмотрела карту. Ну, помимо того, что мы можем карту человека натальную сделать, мы можем и карту государства, да, посмотреть. Страны. Конечно, у меня не было времени рождение нашего государства, но космограмма тоже многое говорит. И я увидела, что там происходит такое знаменательное событие, как возвращение Сатурна. То есть это, да, как вам объяснить? Да, сейчас объясню. Мы живем в ритмах, да, все планеты живут в каких-то циклы проходят определенные. Вот Солнце за один год проходит, да, один круг делает по зодиаку и возвращается в то место, где оно в натальной карте у вас было при рождении. В тот же градус, в ту же минуту. Каждый год мы встречаем вот день рождения, это называется соляром. Да. Не в этот, может, плюс-минус там день получится, такое тоже может быть. Также Меркурий каждый год возвращается, да, Венера. А есть такие планеты, они тяжеленькие, они медленные, не такие быстрые. Аментаричен, Юргалис, Ульянс цикла, Микич Меца. То есть у Юпитера там 12 лет такой цикл возвращения называется, у Сатурна это 29 с половиной лет. И вот смотрите, как получается, что вот как раз, да, исполняется 29 лет со дня независимости, да, с 91-го года. А Сатурн – это что такое? Это как бы наш строгий папочка. Это законы, это правила, которые нужно соблюдать. Получается, что мы вот все это время на все эти правила, на все эти законы смотрелись как-то вот… Вот так, да, сквозь пальцы, нам было все равно. Мы нарушали эти законы повсеместно. Нарушали. А что получается, когда нарушается закон? Болори. Вот это как бы результат как бы взросления, мы приходим. Закон нарушили. Что получается? Приходит кто? Полицейский. Да? Полицейский – это у нас Марс. Либо приходит военачальник. Это тоже Марс, извините. То есть получается, что вот мы получили эту войну как искупление того, чего мы не сделали. Мы нарушали какие-то законы. Поэтому нам была дана эта война, чтобы мы поняли, чтобы мы проснулись, чтобы мы наконец-то пробудились. И сделали какие-то выводы. Может быть, поэтому вот все это произошло. Сейчас у нас новый шанс. То есть вот Сатурн, он пришел, вернулся, и он начинает опять свое движение. То есть мы уже взрослые, мы уже повзрослели, нам 29 лет, мы уже знаем, что делать.
И Сатурн пришел туда не один, он пришел с Юпитером. Да, это означает, что мы можем ставить конкретные цели, высокие цели, и можем к этим целям идти. То есть не все потеряно, то есть мы можем возродиться. Ампайман. И мы должны вот в течение вот идущих 29 лет именно ставить цели и достигать их. Мы должны ставить. Юпитер — это и вера, это и духовное развитие, это и наш путь. Я не знаю, надо вот выбрать этот путь и идти по нему обязательно. Выбрать законы, может быть, новые какие-то, исследовать им. И помнить всегда, вот каждый раз нарушая закон, каждый раз обманывая, даже вот между собой разговаривая, надо помнить, что это все возвращается. Это просто так никуда не уходит. Это обязательно вернется. Айсписи картик кар, вор... 2020 թվականը համարվում էր ամփոփիչ տարի մեր անցած ամբողջ 20-րդ դարի համար։ Այ ինչ կասեք այս մասին։ С астрологической точки зрения, наверное, я смогу объяснить, почему этот год является завершающим и переходным. Я вам уже рассказывала о соединении планет, да, Сатурн и Юпитера в земных знаках, которое проходило на протяжении 100-180 лет. Сейчас это время заканчивается, и мы вступаем в новую эпоху, эпоху Водолея, воздушную, точнее, эпоху. То есть, а что такое воздух? Это свобода. Вот воздух, он наполняет все пространство. Да. Если земные энергии, они как-то стелятся горизонтально, то воздушная энергия — это вертикальная энергия, то есть это высокие энергии. И мы сейчас вот совершили этот переход, и он был таким знаменательным 21 декабря 2020 года по московскому времени в 21:21. То есть, в общем, такая красота. И это переходный период, он вселяет надежду, это время перемен. То есть мы вступили в это время, мы живем этими переменами. Это означает, что будут рушиться все системы. Вот представьте, что поднимается северный ветер. Он просто смывает, сдувает, Водолей смывает водами, а ветер смывает все это наносное, все это ненужное, все это, да, отжившее, старое, то есть это освобождение. От этого нужно избавляться и идти обновленными в новое время, которое нам предстоит. Исковкер патрашчен? Մարդկանց մակարդակով ինչ է կատարվելու։ Մարդիկ կան, որ պատրաստ չեն փոփոխությունների, աղճած են հին ժամանակներից։ Իրանքի всё равно как бы ситуации будут складываться такие, что люди будут такие попадать состояние, которое будут их заставлять что-то делать. Возможно, они не будут понимать, почему это произошло, что вай, за что меня так, да, за что. Возможно, нам придется им объяснять, что нужно уже все от старого отказываться, оно не работает. Нужно идти вперед, и только вперед нужно обновляться и дышать этим свежим воздухом и хватать. Потому что воздушная энергия, она не постоянная. Она быстро пришла, ушла, быстро пришла, ушла. То есть надо хвататься быстренько и быстро-быстро все это делать, успевать за этими переменами. Пасторен, арак попохуцюнери жаманаке. Сксуме в пяти патрастерненг арак шажрелю. Быстрые перемены, очень быстрые, они непростые, потому что вот в этом году уже мы вошли в 2021 год, и сложился такой аспект, он называется квадратура Сатурна с Ураном. То есть вот два таких организма, старое, Сатурн, то есть привычное к своим рамкам, и Водолей, который прорыв, ему нужно все новое, ему границы не страшны, он все на своем пути крушит и идет вперед, и только вперед. Вот они в конфликте. То есть старое никак не хочет отпускать. Вот земной наш Сатурн никак не хочет идти на перемены и отдавать дорогу Урану, да, вот этому воздушному, прекрасному Водолею. Пастор, мэр мечел калинен неркин конфликт. Ампайман калинен. Пахпаногакануцян, евнорарарутян. Хни евнори пайкарнерен линен. Да, петка, надо освобождаться, идти вперед навстречу переменам, потому что они только к лучшему. И я не знаю, я с большим удовольствием и с нетерпением жду этих перемен. Да, будет трудно, это будут реформы, это будут крушения, возможно, многие
компании какие-то будут пожирать маленькие компании, это прорывы будут в IT-технологиях, то есть вот все, что связано с цифровой этой индустрией, да, все, что связано с онлайн-обучением, оно все равно будет набирать популярность и обороты и силу. Финансы, то есть политики, которую я не очень люблю, но все-таки приходится иногда о ней говорить, то есть мы будем слышать и сталкиваться со всеми этими изменениями, крушениями, какими-то новыми, может быть, новые какие-то законы будут издаваться. Да? Երկրների մակարդակով, Մարգարիտաջան, երկրների մակարդակով շատ դեպքերում ասում են, անգամ աշխարհակահաղաղական դիրքեր են փոխվելու, սահմաններ են փոխվելու. Շատ հնարավոր է, может и так, потому что это крушение всего привычного. Да, могут границы меняться. Может быть, мы вообще уже придем к тому, что эти границы разрушатся наконец, и не будет никаких препятствий между людьми. Ведь как мы же начали общаться со всем миром, да, каким-то способом. Пусть пока еще какой-то паспортный режим и визовый режим существует, но я думаю, что он все-таки когда-нибудь будет отменен. Так что нас ждут великие перемены. И будет непросто, потому что просто так сдаваться никто не будет и отдавать свою власть не будет. Մի հետաքրքիր բան ասեմ, հա, այստեղ ի՞նչ եք կարծում, այն որ ասում են նոր բաներ են լինելու, նոր իրադարձություններ, նոր իրավիճակներ, բայց նորը միշտ չի, չէ՞, որ նշանակում է մեզ համար լավ, այ մեր համար ինչպիսի պրոգնոզներ կանեք դուք, ի՞նչ են լինելու այդ փոփոխությունները, ի՞նչ սպասենք առաջիկա տարում? Դե հիմա մենք ոնց որ կրիզիսի մեջ ենք, мы ждём чего? Дер, мы в кризисе, конечно, и в течение, наверное, отголоски еще будут в 2022 году, то есть нам надо... Եվս մեկ երկու տարի համբերատար լինել։ Դե մեկ ու երևի թե 22 թվի սկիզբը։ То есть мы так далеко уж не надо заходить, давайте жить вот этим настоящим, давайте разберемся с тем, что сейчас происходит. То, что сейчас происходит. К чему готовиться? Вот к финансовому кризису, возможно, готовиться, политическим каким-то неурядицам готовиться, столкновениям, потому что вот люди уже настолько устали от всего, от всех этих рамок, что они объединяются, да, в группы, они высказывают свое недовольство, они выходят на улицы, это мы видим и в России, это мы видим и в Армении. И по всему миру, да, вот идет такая волна, потому что уже все, хватит, да, люди больше не могут там жить. Այսինքն դա կարող ենք ընկալել որպես հին համակարգի փլուզում? Փլուզում, այո. Я и говорю, что все рушится. Все. Маркай макардаков это песе. Анхатаканутян макардаков. То, что происходит вокруг нас, то происходит и в нашей семье. Мы же та же, да, тоже общество. Мы общественные организмы. И на нас это тоже влияет. Поэтому надо посмотреть, от чего можно быстренько избавиться, чтобы не отняло. Другие меры применяются, конечно, да, лучше осознанно идти на эти изменения. Что отжило, что мешает идти вперед? Եթե հողային տարերքները ավարտվում են, ուրեմն այդ պինդ եւ կարծր բաներից պետք է հրաժարվենք եւ ավելի նորին դեպի թեթև, օթային ավելի այդ էներգիաներով ապրել. Հետաքրքիր էներգիաներով։ Ջրհոսի դարաշրջանը, որ ասում ենք նոր էներգիաների ժամանակաշրջան է, գրված էր, որ նաև իգական էներգիաների շրջան է։ Այ կուզենամ խոսենք այս մասին եւ ասում եմ, որ հիմա ուժեղանալու են իգական էներգիաները, մատրիարխատն է շատ ավելի ակտուալ դառնալու։ Կնոջ դերն է փոխվելու։ Այս մասին ինչ կասեք։ Да, мы это уже наблюдаем, в принципе, вот двоечка, да, на смену единицы активности мужской планеты Солнце наше, это единица. Это мужские энергии, это мужская сила и активность вовне. А двойка – это луна, то есть это вот материнские энергии, это воспринимающие энергии, это непростые энергии, то есть не будет так все просто. Конечно, да, это противоречивые энергии, но это такие воспринимающие, то есть, наверное, люди будут более восприимчивые, контактные, может быть, адаптивные к этой жизни, потому что все это функции Луны, то есть это вот умение жить. И потом, не зря же говорится, что Ева как бы совершила грехопадение и была изгнана из рая, она и должна вернуться туда сама. То есть вот, может быть, мы переживаем
И этот период тоже. И мы замечаем, что с 2000 года, в принципе, женщины стали очень активны, да? Во всех сферах появились и политики женщины, и в бизнесе женщины. То есть, да, возрастает роль женщины в нашей жизни. Ինչպես պահի եւ ինչպես տրանսֆորմացնի կինը իր էներգիաները, մտածելակերպը, որպեսզի կարողանա համապատասխանի նոր թրթիռներին։ Я думаю, что это происходит интуитивно. То есть вот женщины, они все-таки интуитивные существа, и на уровне интуиции они чувствуют, как надо себя вести, в какой ситуации, тем они и отличаются, наверное, от мужчин, да? Думаю, что надо развивать в себе интуицию, слушать свой внутренний голос и по нему следовать. В завершение хочется сказать, что очень радует, что астрология набирает такую популярность, становится востребованной, интерес вызывает у многих. Это очень радует. И хочется сказать, что все-таки астрология — это более духовный путь. И с ее рассветом, я думаю, что многие придут в астрологию, она будет интересна, она станет популярной и будет преподаваться открыто уже не только в нескольких школах. Кстати, что и делается в нашей Московской академии астрологии, желающие могут и онлайн обучаться, и очно обучаться. И хотелось бы сказать, что вот эта эпоха воздушная Водолея, думаю, что она принесет нам все-таки духовное развитие, духовный рост, и она призвана тех, кто стоит на этом пути развития, как бы подтолкнуть к тому, чтобы они за собой вели уже остальных, вели какую-то просветительскую работу. Астрология гитэликнэрэ вонц эн окнэлу соворакан мартун гнал хокэвор чанапаров. Вонц тэ, это очень просто. То есть астрология помогает познать себя. То есть познаешь себя, ты познаешь Бога. То есть, погружаясь в свой внутренний мир, ты встречаешься со своим «я». Երբ ճանաչում ես ինքդ քեզ, հասկանում ես աստվածային բնույթը եւ ձգտում ես արդեն դեպի հիմս. Իհարկե, понимаешь, что не всё материальное так важно в этой жизни, что есть более важные вещи, как душа и развитие. Ինքնաճանաչողության միջոցով Իլույս. Շնորհակալություն հաճելի զրույցի համար։ Спасибо. Մենք սիրով նորից կհրում կանենք ձեզ։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր էր, Մարգարիտա ջան։ Спасибо вам.